Производители ювелирных изделий предложили освободиться от уплаты НДС в случае, если их квартальная выручка не превысила 40 миллионов рублей. Инициатива принадлежит региональному отделению «Опоры России». Ее поддержал бизнес-омбудсмен Башкортостана. Далее документ направят на рассмотрение депутатов Госсобрания, которые могут на его основе предложить поправки в федеральный закон. Отмечу, сейчас в России уже существует возможность получить подобное освобождение, однако распространяется на компании, чья квартальная выручка не превысила 2 миллиона рублей. По мнению авторов изменений, действующего порога недостаточно для ювелирных ремесленников, поэтому его предложили повысить. А если 40 миллионов рублей закупить сырье, даже дальше продолжать работать, многие же у нас ремесленники работают в сообществе, командой, и они оптом даже закупают на это ООО, на это ИП, и они сейчас обязаны от этого НДС платить. Тем самым мы гробим на ремесленников именно малый бизнес. Инициаторы изменений отмечают, ювелирная отрасль пострадала от локдауна и санкций. К тому же с этого года производители ювелирных изделий исключили из списка компаний, которые могут пользоваться упрощенной или патентной системой налогообложения.